Итак, ребят, всем привет. Сегодня приехал Мини Купер. У него замяло капот и надо паять бампер. Сейчас я вам покажу, что нужно будет делать. Вот, и будем приступать к работе. Так, вот он, наш Мини Купер. У него вот он бампер раскололся, нужно будет паять. Также его будем красить. И у нас капот. Вот он. Вот здесь у нас вот такие вот у нас ямы, их надо, сколы, ямы вот эти вот все, их надо будет выпрямлять уже непосредственно. Ну и красить сам весь капот. Капот и бампер у нас будет краситься. Сейчас мы будем разбирать бампер, я вам сниму, покажу, как он разбирается и где, и будем его снимать аккуратненько. Так, ну и вот сейчас мы начнем, у нас всякие защелочки и так далее. Снимаем решетку, смотрим, что дальше тут у нас разбирается. Также вот отщелкиваем вот эти все. Вот. Будем смотреть фары, наверное, скорее всего, тоже будем снимать. Так, ребят, снимаем мы решетку. Вот у нас здесь 4 болта. Вот, и просто ее так подергиваем вверх чуть-чуть. И снимаем, у нас она вот в таких пазы встает там внизу. Вот. Ну и... Так, ребят, вот, начали дальше разбирать. Открутили здесь саморез. Также у нас надо открутить вот этот и вытащить клипсы. Вот, потом на себя дергаем арку пластмассовую и вот из защелок таких, и он там тоже саморез, вытаскиваем. Также оно здесь у нас на клипсах, само этот, сама арка, также вытаскиваем все и уже сдергиваем бампер. Фара в принципе нам не мешает. Так, ребят, ну, сверху открутили. Так, ну и откручиваем болт. И пару этих снимаем, отгибаем вот так, до конца не обязательно снимать. И выкручиваем здесь саморез. И все, и бампер ходит. Также такие же саморезы у нас находятся внизу бампера. Там их штук 5, что ли. Также откручиваю. И то же самое с этой стороны. То же самое. Клипсы снимаем. Вот этот, такие клипсы. И откручиваем. И уже его снимаем. Вот. Сейчас сниму. Покажу. Ну и с этой стороны также мы вот сейчас снимем, также вот эту отщелкнем и будем уже снимать сам бампер. Внизу мы уже открутили и здесь мы будем тоже открутим саморез и будем уже снимать. Сняли мы бампер, к
Когда будете снимать, аккуратнее поддерживайте, потому что вот эти вот фишки, которые идут на галогенке, они очень короткие и особо не дают, чтобы бампер слишком вытащить. Вот он, бампер. Видно, наверное, скорее всего, уже билось. Вся он мятая. Вот. Ну, вот как-то так получается у нас. В принципе, сам бампер лежит. Решетка сзади мешается, блядь. И здесь тоже самое. Вот они, две фишки, которые сюда тоже аккуратнее. Но здесь она была уже, я так понял, сломана, потому что она у меня выскочила вместе с бампером. Вот как у нас бачок сделали красиво, с дыркой омывательной. Вот. Ну и все. И сам бампер сняли. Осталось выпрямить капот, запаять бампер. Вот она у нас здесь. Вот трещина. Вот надо его запаять. Вот так. Так, ребят, продолжаем мы заниматься мини-купером. Вот, бампер мы сняли, запаяли его, я вам сейчас покажу. Вот. И делаем сейчас капот. Капот был тоже замят. На данный момент сейчас уже мы начали шпаклевать, уже шкурить, выпрямили его и запаяли бампер. Сейчас я вам все покажу. Так, ну вот мы положили шпаклевочку, внизу у нас положили мы стекловолокна, ну и вот это мы сейчас зашкурим, там были небольшие ямки, их будем убирать. Вот. И также сейчас покажу вам бампер, тоже запаяли его, тоже его надо будет зашкурить. Вот он, бампер. Стекловолокном тоже мы все заклеили. Вот у нас все высохло. Также нужно будет его зашкурить и положить на него шпаклевочки. Вот, чтобы было все более-менее ровно. Вот. Как-то так. Вот сейчас у нас подсохнет сама шпаклевочка. И будем вышкуривать. Будем делать, чтобы более-менее все ровно было. Так, ну что, ребят, в принципе, все закончили. Вот, осталось тут чуть-чуть подмазать еще. Вот. Здесь вот ямочку убрать, и вот здесь вот бугорчик у нас. Сейчас мы подобьем его и уберем. Вот. В принципе, как у нас вот получилось. Вот. Поверхность ровная. Разобрали мы капот сам. Блестяшки все вот эти, они вот лежат хромовые. Тут они отверточкой поддеваешь и вытаскиваешь их нормально. Также мы разобрали бампер уже. Вот. Тоже надо будет его подшкурить и зашпаклевать вот здесь. Вот. Ну вот как-то так у нас движется работа. Сейчас еще чуть-чуть подмажем и будет более-менее нормально. И потом будем красить. Красить будем его весь полностью, капот. Ну так. Так, ребят, всем привет. Вчера окрасили мы машинку мини-купер.
Все у нас получилось, осталось ее теперь только собрать, поставить обратно бампер, собрать капот, ну и так далее. Вот, и уже можно и машинку отдавать. Сейчас я вам покажу, как получилось. Так, ребята, вот у нас бампер. Здесь у нас была трещина, вот так. Теперь ее нету. Вот, осталось полирнуть и все. И вот у нас капот сам. Тоже уже все подсохло, все высохло. Где ямы были, вмятин нету. Вот, осталось теперь только машинку собрать. Сейчас мы будем собирать. Так, собираем мы мини-купер, бампер вот уже поставили. Как всегда, не вовремя, ну ладно. Бампер вот мы уже поставили, галогеновые фары, внизу вот это. Также хромовые нафарники вот эти вот там вверху. Вот, сейчас мы накинем сам бампер, потом поставим решетку и уже... машина будет готова. Вот. Сейчас как сделаем, с него покажу. Все, ребят, на сегодня все. Машинка готова. Сейчас она подсохнет получше, и мы ее уже отдадим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.